начинай. Ассаламу алейкум, хамма, да? Бугун біз ужинге чықтық. Вот, это все, что знает Карима на узбекском языке. Мана хала шу узбек тілінде мана сөйлейді. Ассаламу алейкум, яхшымы сіз, тұзымы сіз. Болла чакалоқлы яхшыма, это знаешь. Навара, эвара, чевара. Навара, эвара, чевара. Мен зорман рахмат. Ну как друзья, похожи, ну как этот две сестры-близняшки, но разница в возрасте 7 лет, 7 лет. Просто мышца хорошо сохранилась, а я не очень. Так не говори, так не говори. Всем хорошего вечера. А мы вот пришли в новый ресторан. Покушать, поужинать, поболтать. Покушать, здесь очень вкусно. Рекламировать, конечно, мы не будем это место. Просто платите деньги. Да. Как? Боле чакалокла. Боле чакала яшума же говорят. Да. Она говорит, боле чакалокла. Мне не позволительно, я хорошо уже не знаю еще. А ты как говоришь на фейсе? Боле чакала яшума, ассаламу алейкум, яшума. А ой, келенчай. Ну что ты ко мне сюда прибежала? Смотри, какая собачка. А? Лали. Как зовут? Лали. 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 Лали, оказывается. О, Лали. 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 Лалита. Я ее угнала Лалитой. О, молодец. Ой, молодец. Спортсменка, акробатка. Комсомолка. И просто очень хорошая собачка. Мой психолог Ялда. Я у нас были онлайн уроки, теперь офлайн. Да. Правильно? Онлайн, теперь офлайн. Вот, друзья, чтобы вы понимали, дослар. Значит, как я отвалда. Наш ресторан. Кучек часа и кен. Я скоро мне я отвалда. Буду ухлопка ген. Уснула собачка на мне. Вот это да.